Здравствуйте! В эфире программа «Вопрос эксперту». В студии НЖ Мухаммедгалиева. НЖ Мухаммедгалиева, государственный регистратор, начальник отдела государственной регистрации недвижимости физических лиц Управления Росреестра по Республике Татарстан. Недавно стало известно о продлении дачной амнистии до 1 марта 2020 года. Почему же тогда на садовый дом у меня требуют технический план, за который нужно заплатить, а не как раньше декларацию, которую можно было заполнить самому бесплатно? Дачная амнистия – это упрощенный порядок оформления в собственность различных объектов недвижимости – земельных участков, индивидуальных жилых домов, садовых домов, бань и прочих построек. До 1 марта 2020 года продлена дачная амнистия для индивидуальных жилых домов. Что касается садовых домов, а также других объектов недвижимости, возведенных на садовых участках, то порядок их оформления изменился еще с 1 января 2017 года, когда вступил в силу новый федеральный закон о государственной регистрации недвижимости. Исходя из требований данного закона, для оформления вышеуказанных построек, в том числе садового дома, требуется технический план. Таким образом, порядок регистрации права на садовый дом на основании декларации утратил силу.